Интерцентр «Люкс» расширяется. У текстильного предприятия цеха в Тирасполе и Дубосарах недавно в столице завершилось строительство нового швейного корпуса. Помещение предприятия сегодня осмотрел премьер. Каждый год мы разрабатываем 230 моделей. Это продаем мужское, примерно по 40. Это мужское. Тоже в Италии, да? Да. Разрабатывается. Да. Интерцентр «Люкс» производит одежду и текстиль. 60% продукции отправляют в Германию, Голландию, Италию, Бельгию, США, Канаду и Россию. Ну и, конечно же, не забывают о внутреннем рынке. У нас на внутреннем рынке что-то продается? Все. Этого? Все продается. Все. Мы, правда, немножечко здесь меняем, потому что у нас два бренда утверждены. Интерцентр «Люкс» одноименной фирме. И в августе этого года предприятие получило льготный кредит. Его сумма составила 600 тысяч долларов. На эти деньги оборудовали раскроенный комплекс, пухонабивочный цех, а также цех влажно-тепловой обработки. Новые цеха позволили создать до 50 дополнительных рабочих мест. Благодаря таким замечательным трудовым коллективам развивается экономика Приднестровья. Мы имеем возможность получать дополнительные доходы в бюджет, исполнять бюджет соответственно, в том числе по социальным статьям. Поэтому я вас благодарю от лица правительства, государства. Хочу заверить, что мы и дальше будем сотрудничать, создавать условия для развития таких производств. Рассчитываем на то, что все вы будете работать в Приднестровье, что рабочих мест будет становиться больше. А это новые швейные машины. Всего 95 единиц. Оборудование высокотехнологичное. Закупили его также благодаря льготному кредиту. Оборудование покупаем самое современное, для того, чтобы облегчить труд швеи, добиться наилучшего качества за меньшее время. Сейчас интерцентр «Люкс» готовит кадры по системе дуального образования. Как раз сегодня 12 учеников-выпускников получили свидетельство по профессии швея. Дуальное обучение, которое сейчас очень популярно и в котором мы участвуем с интерцентр «Люкс», дало нам возможность обучать работников непосредственно в стенах самого предприятия. Здесь проходят и теоретическое, и практическое обучение. Этого никогда не шил. Вот пришла, попробовала, мне понравилось. Я отучилась 3 месяца, теперь работаю в бригаде. Коллектив хороший. Сегодня предприятие готовит еще 10 учеников. Их выпуск запланирован на февраль следующего года. Впрочем, уже сейчас каждый ученик получает ежемесячную стипендию и подъемные до 2000 рублей.